Добрый день! Сегодня рассмотрим пример, как можно создать фонотеку на базе планшета. Если у вас планшет используется в системе умного дома, то фонотеку можно создать на отдельном экране. Если же у вас нет системы умного дома, а есть просто планшет, то этого достаточно, чтобы создать фонотеку домашнюю. Рассмотрим, как это сделать. Для этого используется компонент трекер и компонент список. В данном случае три компонента. Но если вы будете создавать фонотеку по жанрам, то таких компонентов может быть очень много. Следует учесть, что на сегодняшний день компонент трекера воспроизводит последовательно может до 8 аудиофайлов. Тогда как компоненты список позволяют делать 16. Выбирать до 16 позиций. Поэтому в каждом компоненте шансон, в каждом компоненте, значит, произведем настройки. Ну, например, назвали мы его шансон. Размер установили, текст установили. И будем использовать всего 8 бит для задания звучания той или иной мелодии. Ну, в данном случае здесь задана одна реальная мелодия. В первом бите, а в третьем и пятом стоят единички. Затем, если мы загрузим песню, то можно сделать соответствующую надпись. То есть в данном строке заполняется, лучше прописать название песни. Можно написать, кто автор, это уже не важно, смотря кто как серьезно относится к коллекционированию. Затем, таким образом, мы прописываем все компоненты список. В этом компоненте мы указываем другие строки заполняем или те же самые. И делаем ссылку на нужную нам песню. Откуда возникают эти ссылочки? А очень просто. В компоненте трекер мы прописываем все эти песни и звучание всех этих песен. Вот они загружены. Одна песня, вторая, третья и так далее. Можно загрузить до 8 песен, которые могут быть разбросаны по разным компонентам. И затем они будут воспроизводиться в нужном нам порядке и в нужном жанре. Посмотрим, как это работает. Да, еще раз подчеркну, что для проектирования данной фонотеки программы не требуется контроллер. То есть данная фонотека создается на планшете с установленной каскадой. Необходимо только загрузить нужные песни, сформировать нужные списки, их может быть любое количество, разбиты под жанром или сборные какие-то списки. И все. Запускаем. Значит, здесь еще вот что. В настройках изменим, чтобы список компонент не уходил, чтобы он оставался на экране. Вот здесь уберем галочку «Сделать невидимым». Можно оставить, но лучше убрать. Так красивее выглядит. Вот получается списки всевозможных мелодий. Запускаем. Компонент трекер пропадает. И теперь перед вами списки необходимых жанров. В основном, давайте возьмем шансон. Значит, здесь реально забита только одна песня, остальные просто стоят ссылочки, выключим их. Если же вы там записать и нужные песни в компоненте трекер, то можно одновременно установить несколько песен, которые будут проигрываться последовательно друг за другом в этом жанре. Ну, в данном случае у нас одна песня в этом жанре загружена, поэтому все остальные строки мы выключаем. И нажимаем «Отправить». Таким образом, у нас сейчас будут воспроизводиться все песни, которые записаны в списке шансон.
Специфика компонентов такова, что музыку нельзя остановить, то есть музыка будет проигрываться от начала до конца. После того, как она проиграется, данные песни в данном списке, можно перейти в другой список, выбрать другие песни в этом списке. И после окончания первой песни будет воспроизводиться вторая. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Чтобы остановить мелодию, нужно остановить каскаду. Ну, чтобы продемонстрировать все возможности. Снова запустить и выбрать другой список. То есть в данном случае останавливать можно только через остановку каскада мелодию. Ну, я думаю, это обычно не требуется. Если запустили песню, то ее нужно дослушать до конца. Для примера мы ее останавливаем. Лунном сиянье, снег серебрится вдоль по дороге, троечка мчится. Запускаем другую группу компонентов. Выбираем эту.